Здравствуйте. Сейчас мы с вами посмотрим обзор игры в Одноклассниках «Битва эрудитов». Эта игра сделана по принципу настольной игры «Эрудит», которая была у многих из нас и, может быть, даже есть. А здесь что у нас есть? Здесь у нас есть соперники, которые можно выбрать как случайных, так и своих друзей, которые у вас есть в Одноклассниках. Вот, вы видите, у меня уже 3 ответа. Смотрим первый ответ. Вот у меня была игра. Что здесь нужно? Здесь нужно складывать слова, добавляя буквы. В данной ситуации здесь уже у меня вообще уже ничего нельзя сделать. Уже никакое слово не придумать. По очкам, вот видно здесь очки, у меня немного меньше. Вот раз я ничего не могу придумать, я нажимаю «Пасовать». Вас еще раз спрашивают. Подтверждаете. И ход переходит к сопернику. Посмотрим другой вариант. Другую игру с другим соперником. Вот здесь у меня предоставлены буквы и слова уже, которые мы составляли. Теперь я должна составить свое слово. Вот у меня получается здесь слово. Еще у меня получается слово лай и рей. После того, как мы составили слова, поставили буквы, мы нажимаем кнопку ход. Здесь показано, сколько я получаю очков. Плюс здесь получится у меня бонус 15 очков, так как я использовала все буквы, которые мне предоставили. Отправить. Все. У меня осталось 123. Посмотрим еще одну. Здесь я тоже пока не вижу ничего, что можно придумать. Мы немножечко, у нас еще здесь осталось в резерве 14 букв. Можно их поменять, перемещая буквы сюда. Их можно поменять. Нажимаем слово «поменять». Вот мне поменяли, но ход переходит к сопернику. Все, и теперь только остается ждать, когда соперник ответит на ваши ходы. На этом наш обзор закончен. Всего вам доброго. До новых встреч.